В этот четверг в кафе «Бархат», расположенном по улице Краснонаменской, прошел поэтический вечер, организованный создателем и ведущим Максимом Кривохижиным. Творческий вечер прошел в три этапа. В первом и втором турах выступающие рассказывали стихотворения собственного сочинения и стихи известных поэтов. Я не люблю пустые стены без картины, без фоторамок, без намеков на то, что в мире не один. В третьем этапе участникам было предоставлено время, чтобы написать импровизированное сочинение о кафе «Бархат». Вечер прекрасный, поэтический, и конкурс состоялся лирический. Город наш дожил до светлых дней, кафе стало домом для многих людей. В перерывах звучали песни под гитару. По итогам голосования третье место досталось Оксане Ракенбаевой. Второе место заслуженно получила Елена Машкова. И победителем стал Илья Косенков. Гостям так понравилась его песня, что они скандировали на бис. Дмитрий Меркулов, видео Михайловка. 2019 – отличный повод хорошим людям собраться. День независимости в Панаме сегодня отмечают. У Жоры, Кати, Димы именины пролетают. Саваш родился, представьте, в этот день. Поэтому музло качает всем, кого не лень. В общем, много всяко разных произошло событий. Я в истории не профи, я в истории любитель. Расскажу-ка лучше про это заведение. Атмосфера супер! Кухня, объедение, персонал, просто сказка. Обслужит всех на раз. 4 сыра, пицца, выше класс. Свежайшее пиво и кофе бодрящий. Бархат кафе, вдохновение настоящее. Где повар готовит, как будто для монахов. В нашем кафе «Бархат» все вместе. Кафе «Бархат», куда не стыдно привезти даже олигарха. В наше кафе «Бархат», в наше кафе «Бархат». Где нам стало сегодня с вами очень жарко. В нашем кафе «Бархат», в нашем кафе «Бархат». Мне кажется, эта пицца освящена патриархом. В нашем кафе «Бархат», в нашем кафе «Бархат», йоу!